Всем доброе утро. Всем доброе утро. Ну что, сегодня очень-очень прикольно. День у меня начался. Пошел я на веса. Вообще-то завтра нужно было, но как бы мне не очень не втерпешь было, я пошел измерить свой вес. Как помните, то есть кто смотрит меня с первого выпуска, у меня вес, я вот недавно начал, 2 недели назад начал программу похудения, и у меня вес был 93,3. Но здесь сейчас картинка появится. Видео с прошлого выпуска. А сегодня я встал на веса и увидел, что за 2 недели минус 2 килограмма 900 грамм. Вот здесь картинка. И, ну, это очень круто. При том, что, представьте, мы две недели, ну, не то чтобы прям строго придерживались диеты, мы и пиццу ели, мы и пельмени ели. В общем, и с рыбы там у нас были. И не вовремя питались, потому что график у нас был сложный. Мы в 5 утра просыпались, ехали в город, отвозили детей, привозили, ездили, в пробках стояли. То есть и график непостоянный был, и были срывы. Но тем не менее, почти 3 килограмма. Но я думаю, если я бы завтра встал на веса, то я бы, ну, думаю, 3 килограмма получилось бы. Вот. Это вот что касается первой новости. Вторая новость тоже, кто смотрит меня давно, тот помнит, что я подключал тоже пару недель назад, подключал интернет-нетия. То есть вроде бы фирма хорошая, сами привозят, все. Но по факту, ребят, фирма говно. Вот прямо откровенно вам скажу, фирма говно, говнище. То есть они у меня первый раз договор, мы сложили договор, и я прождал 2 недели, в общем, они мне ничего не привезли. Я им позвонил, говорят, нет такого договора, то есть какая-то ошибка системная. Ну да ладно, первый раз накосячили, можно простить, но они сложили второй раз договор, приехал курьер, я его подписал, по идее, после подписания, там, в течение 3-4 дней, они получают, подписывают и высылают мне все оборудование. Что получилось? Прошло уже, ну, достаточно время, по-моему, 3 недели прошло, или 2 или 3 недели, и ничего. То есть вообще никто ничего не привез. Позвонила 3 дня назад женщина, которая оформляла. Говорит, вам привезли? Говорю, нет. Ну, она говорит, я проверю. Ну, опять же, и тишина. Позвонила я вчера в Netio. Они мне говорят, скажите номер договора. Я им говорю номер договора. Они говорят, такого договора нет. Как бы и все. Я немножко выругался, потому что я уже 1.5 месяца или 2 месяца жду от них сим-карту с очень интересными тарифами по интернету и по мобильной связи. Ну, короче, я забил на эту карту, забил нахрен на этот интернет. Вчера заказали сим-карту Virgin Mobile. Она очень крутая, очень обалденный офер был, предложение. То есть классные тарифы. Даже, ну, те же самые тарифы, в принципе, я могу сказать. Virgin я обзор делать не буду, но я вам скажу, что очень классно. У меня был до этого Virgin Mobile. И бесплатный стартер мне прислали, бесплатный стартовый пакет. И я, наверное, 4 или 5 месяцев ездил просто в машине, оно у меня в телефоне висело, я пользовался интернетом. Там каждый месяц начисляли по 300 мегабайт интернета, и все, я вообще ничего не платил. Я бесплатно его получил и полгода, наверное, катался. Потом, конечно, мне пришла смс-ка, что друг, нам нужно пополниться. Ну, я как-то забыл за это, и его отключили. В общем, вчера заказали еще один. Ну, вот так вот. Это такие вот такие вот информационные вести от меня. Ну, а сейчас у нас будет еще один завтрак, и сходим с детьми в лес, погуляем. То есть все уже, до обед поработали, теперь можно погулять. И завтра тоже у нас чисто семейный праздник, это семейный день. Поедем тоже куда-то, в какой-то парк развлечений, куда-то съездим, поиграемся, погуляем. Так что сегодня еще будет видео, сегодня еще поснимаю. Все, друзья, все, а я побежал. Всем хорошего дня. Кстати, только что увидел, девушка стоит и приглашает детей на кастинг. Ну, там и детей на кастинг, и взрослых на кастинг. То есть вот такой кастинг для съемка в сериале в каком-то. Ну, в общем, завтра мы пойдем, завтра девочек нарядим. Ну,
как в наряде. Ну, просто оденем красиво, потому что будут фотографии. Они завтра сделают фотографии. Потом, наверное, они рассмотрят эти фотографии. Если кого-то выберут, позвонят, а не выберут, они просто сказали, удалим фотографии. И все. Так что будем деток приобщать, будем с них делать телезвезд. Мне еще сегодня по плану поубирать в машине, попылесосить, помыть окна, пыль вытерти. То есть сейчас, пока мои девочки будут собираться в лес на прогулку, я сейчас буду убирать в машине, немножко нужно привести в порядок. Отдавать ее куда-то на мойку, платить за это 100-150 злотых, я вообще не вижу смысла. Потому что, ну, это не... Это, блин, поворачиваю неудобно, неудобно держать штатив вот этот. Потому что, ну, это не Мерседес, это не BMW, не Бентли, чтобы его сдавать куда-то в салон и там его будут мыть. Вполне себе я и сам помою, сэкономлю денежку. А сэкономленное потрачу на своих девочек. Вот так, друзья. Вот так. А вот и мы выбрались в лес. И угадайте, на чем? На велосипеде. Наконец-то я взял велосипед, который в аренду. И мы решили покататься на нем. И погулять, и покататься. Как тебе велосипед? Покажи, как тебе велосипед? Нравится? Супер! Обалденно. Я на велосипеде, друзья, не ездил, не знаю, лет 10 точно. И как-то, конечно, не с непривычки, но поговорка действительно такая есть. Как если раз научился на велосипеде ездить, то уже все. You don't know.